Бывший оперативник, Рико Родригес. После отхода из Медичи его местонахождение не было известно. На его счету свержение глав полдюжины государств. Черная рука встречалась с ним раньше в Сан-Эспириту, где он убил нашего работодателя, Сальвадора Мендозу. Еще раз мы встретились в Медичи, где он сверг Диравелла. Хотя здесь было замешано агентство. Это его куратор, Том Шелдон. Мы узнали, что у Родригеса был личный мотив для освобождения Медичи. Вы уже докладывали мне об этом человеке. Мы готовимся к испытанию, так что можно сразу к делу. Конечно, господин Эспиноса. Разведка предполагает, что он сын Мигеля Родригеса. Моего Мигеля Родригеса? Да. И он здесь, в Солисе. Сейчас. Итак, это супероружие моего отца. Проект Иллапа. Он был добрым человеком, ученым. Не понимаю, зачем ему строить подобное. Мой дядя тоже был хорошим человеком. И оба они погибли. Как много вопросов, да? Пора получить ответы. В одиночку ты не справишься. У меня есть люди, которые могут помочь нам. Мира, я такое уже делал. Здесь все иначе. Я переживу плохую погоду. Это не просто плохая погода, Рико. Если ты только выслушаешь... Мира, план — это список того, что пойдет не по плану. Я люблю короткие списки. Просто готовься. Я подключу тебя к консоли, а ты найди Эспиносу. Он ответит на вопросы. Мы уничтожим проекты Лаппа. План. Да? Ну... Удачи. Оскар Эспиноса, готовься к разговору. Проверка связи. Слышу тебя громко и четко. Я буду следить за тобой с безопасного расстояния. Бойцов черной руки. С подствольным гранатометом. Thank you.
Путь закрыт. Сможешь перебраться? Ладно. Куда теперь? Видишь свет за долиной? Отправляйся туда. Какая здоровая башня! Эспиноса обещает, что она изменит мир, избавит людей от торнадо и ураганов. И большинство жителей Солиса верят ему. Сегодня проект Эллапа перестанет быть проблемой мира. Если твой план сработает. Сработает. Сделано. Хорошо. Двигайся вдоль трубы. Столкнешься лицом к лицу с черной рукой. Мы уже сталкивались лицом к лицу. Выдвигаюсь. С оружием? Черная рука как следует готовится к операциям. Похоже, мне тут не слишком рады. Черная рука — отлично подготовленные наемники, труд которых щедро оплачивает Эспиноса. Это его личная армия. К тому же весьма сильная. Ха, не такая уж и сильная. Вижу пласты пород. Ты на правильном пути. Сможешь перебраться? Без проблем. Я около проекта Эллапа. Рика, выше есть пульт управления. Не знаю, как туда... Я разберусь.
вперед! Так я смогу подняться наверх. Когда начнутся испытания. Почти готово.
Так, Мира, я нашел пульт управления. Подключи меня, и я найду Эспиносу. Подключаю тебя, Мира. Хорошо. Оставайся рядом с пультом управления, или я потеряю связь. Всем постам. Обнаружено несанкционированное проникновение в сеть. Остановить нарушителя. Черт. Задержи их. Я постараюсь побыстрее найти его. Всем постам! Не нарушите! Они пытаются, дамочка. Тут полно бойцов черной руки. Я разобралась с системой безопасности. Просто подожди еще несколько секунд и сможешь пройти дальше, Рика. Ищу его. Ага, не торопись. Части башни. Высоченно, а он на самом верху. Вряд ли он продержался так долго. Он не простой человек, господин Эспиноса. Да. Но лучше бы убедиться. Да, господин Эспиноса. Посмотрим, на что способен проект Илапа. Господин. Ядру нужна пара минут для полной зарядки. Задержишь его до тех пор. Говорит командир Моралес, враг на территории. Активировать защиту Илапы, привести артиллерию в боеготовность. Та женщина с Рико в аэропорту. Это та, о ком я думаю? Да. Разберись с этим. С удовольствием. Пожалуйста, ответь. Мира. Ответь, Рико. Пожалуйста, ответь. Мира. Рико, господи, ты жив. Я потеряла твой сигнал. Да, крюк сломался. И винксьют. И парашют. Может, и пара ребер. Нужно починиться. В Элиабисме у меня есть инструменты. Ты где? В лесу. Не знаю. Передаю тебе свои координаты. Надеюсь, получится. Принято. Скоро увидимся. Дерьмо. Без крюка я словно без рук.